Дорогие казахстанцы, меня зовут Жанадыл Байдарбек Ахметович. Я гражданин Казахстана. Я обращаюсь к вам. Давайте объединяться ради общей цели. Как видите, у нас в Казахстане сейчас полный бардак и беспредел. Мы должны создать антикоррупционное общество. Мы можем это. Мы можем что-то изменить, пока не поздно. Мы можем требовать свое и отстаивать свои права. Я не призываю нарушать закон. Я лишь призываю вас требовать свое культурно и цивилизованно. Мы можем что-то изменить. Я верю в это. Давайте объединяться. Мир вам.